супер не нужны. Потому что Реал против Барселоны – это зрелище, которое приковывает к себе внимание всех. Реал против Барселоны играют давно, упорно и на всех уровнях, что в чемпионате, что на европейском уровне. И никогда, вы никогда не угадаете, кто здесь будет победителем. Ведем наш репортаж из Барселоны, с огромного стадиона Камп Ноу. Или, как еще говорят, Ноу Камп. Для вас работают Василий Уткин и Василий Соловьев. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер, друзья. Сегодня мы очень серьезно готовились к этому матчу, потому что он, честное слово, непредсказуем. Сколько прогнозов было с утра в газетах, но какой же из них окажется верным? Это Неймар. Но этот парень оказывается с неплохим пасом. Очень суверенный перехват. Здорово! Штрафной удар, но вряд ли рефери забудет нарушителя правил. Что-то подсказывает мне, что сейчас будет опасно. Удивительно, но футболисты вообще не намерены сдерживать свои эмоции. Этот футболист любит самостоятельно распоряжаться мячом. В такой ситуации надо брать игру на себя. Мяч зависает над штрафной. Отличный голевой шанс. Назначается штрафной удар. Это атака игрока, а не попытка отбора. Ну ничего себе, за такую опасную игру и желтую карточку. Странный ты какой-то арбитр. Варан. И вот так, пасуясь между собой, все дальше, дальше. Какой шанс. Ну же, я бы назвал удар амбициозным. Гол. Прекрасно. Но здесь явно игроки Реала знали, что делали. Четкие передачи. Что одна, что другая, что третья. Ну, давайте не будем из голкипера. Просто у него сегодня неудачный день. Это с каждым из нас случается иногда. Одно удовольствие посмотреть. Какой красивый гол, а? Как все рассчитал. А игра, его товарищи, которые дали пас, замечательно. Конечно, куда комфортнее играть, если ты ведешь в счете. Перехват. Прекрасную игру демонстрирует сегодня этот футболист. В отчаянном прыжке вратарь спасает свою команду. И вот так, пасуясь между собой, все дальше, дальше. Даня Алвес. Игроки перестраиваются для вбрасывания. Рассчитывал игрок, пробивая поворотом с такой дальней дистанции. Естественно, промах. Еще одна другая такая попытка удара после такого блестящего прохода и пробьет створ ворот. Неизвестно, кстати, будет ли еще готов к этому голкипер. Вот это прыгает вратарь. Вот это резиновый парень. Подача. Теперь защитникам предстоит отдуваться за всю команду. Какой-то неторопливый игрочок. Так-так, теперь опасный удар. Да просто невообразимый пас. Даня Алвес. Ну и вперед-вперед, темпа не теряем. Судья сейчас покажет игроку карточку. Этот футболист любит самостоятельно распоряжаться мячом. Мяч отправлен в штрафную. Даня Алвес.